Раз уж говорят о книге, то я требую, чтобы показали эту книгу. Ну, неужели ни один экземпляр не остался? Показать интернету, если овеществить это страшное, так сказать, явление, как интернет. Я обращаюсь сейчас ко всем современникам, одновременникам, соседям по эпохе. Прошу вас, потребуйте, пусть покажут мне одну такую книгу, где я мог написать хотя бы одно такое слово, которое там есть. Я писатель, и мое оружие – это слово. Сейчас я работаю над книгой, не знаю, опубликуют ли ее когда-нибудь или нет. В этой книге я описываю свои мечты. Мечты быть воином. Если вы позволите, то я хочу прочитать вам отрывок из этой книги. Когда мы с Хачатуром вошли в один из захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Медленно подойдя к ребенку, я начал аккуратно сдирать его кожу на животе, голове и груди. Я посмотрел на часы, через 7 минут ребенок умер от потери крови. Мой дух был...